День города в Чебоксарах прошло огромное количество развлекательных и спортивных мероприятий. Чтобы увидеть турнир по аквабайку, горожане заранее занимали места на заливе. На эти соревнования приехали спортсмены из многих регионов Поволжья. Они не только боролись за призы, но и нашли время, чтобы продемонстрировать чебоксарцам свое мастерство. Водные байкеры разгоняли свои гидроциклы до максимальных скоростей и выделывали на них всевозможные пируэты. Захватывающие трюки здесь демонстрировала и лучшая команда по фристайлу из Казани. На гоночной дистанции спортсменам было необходимо преодолеть препятствия, идеально войти в повороты между буями. Задача невероятно сложная. Гидроцикл весит более 200 килограммов. За выступлениями звезд аквабайка наблюдали сотни горожан. Такого масштабного шоу в Чебоксарах не проводили давно. Состязания профессионалов водомоторного спорта продолжались более 2 часов. Но городские власти планируют сделать эти соревнования традиционными и увеличить призовой фонд. У нас сейчас открылась секция по водным видам спорта, стадион «Энергия». И это направление, где дети могут заниматься водными видами спорта. Взрослые могут горожане могут заниматься, и будем развивать в городе. В день города в Чебоксарах состоялись традиционные соревнования силового экстрима, фестиваль художественной резьбы, бензопилой и парусная регата. В столице работало большое количество концертных площадок. На одной из них артисты даже исполняли зажигательные индийские танцы. Прекрасный праздник, прекрасный. Народ веселый. Погода наладилась хорошо. Солнышко. Настроение отличное, только пришли. Так что нравится, очень хорошо.